Но это важнейший звонок, потому что важнейший разговор сегодня. Потому что это будет первый разговор после предъявления России Соединенным Штатам беспрецедентным ультиматумом. Ведь фактически проект, так называемый договор, это требование предоставить России новую Ялту, громадную зону исключительного ее влияния, все постсоветское пространство и даже Восточную Европу. Вы помните, там одно из требований, чтобы инфраструктура НАТО вернулась на рубежи 1997 года, то есть до первой волны расширения НАТО. Не секрет, что в администрации Байдена есть две противоположных позиции ответа на этот ультиматум. Это позиция Салливана, помощника по национальной безопасности, который практически все последнее время играет на стороне Кремля, и помощника, и государственного секретаря Блинкена, подписавшего карту стратегического партнерства США и Украины с министром иностранных дел Кулебы. Вот вопрос сегодняшнего дня заключается в том, Байден будет сегодня говорить языком Салливана с Путиным или языком Блинкена. Это определит всю будущую динамику их отношений и переговоров, назначенных на 10 и 13 число. Блинкен полагает, что Соединенные Штаты должны просто резкий отпор дать этому ультиматуму и отказ вообще обсуждать в такой постановке вопросы. А линия Салливана заключается в том, что в проекте договора есть конструктивные положения, и их нужно пункт по пунктам обсуждать. Но, то есть это практически сдача не только Украины, а сдача всего постсоветского пространства и Восточной Европы в полное владение Москвы. Ставки очень высоки, и от сегодняшнего разговора очень многое зависит. Зважаючи на те, що ця розмова буде відбуватися за день до Нового року, чи дізнаємось ми у найближчі години після розмови, про що саме домовилися і якою буде подальша доля України? Чи все це лишиться вже на період після Нового року, вже на 22-й рік? Да, ну фактично Новий рік у нас, 2021 рік закінчиться як би по старому календарю 10 января встреча Соединенных Штатов и России. Но, как я уже сказал, тональность всех переговоров определится сегодня. У меня есть на мой взгляд, есть два позитивных сигнала, что победит все-таки линия Блинкена. Это вчерашний разговор Блинкена с Зеленским. И вчера последовало объявление, что переговоры 10-го числа будет вести не национальный не Совет по безопасности Салливан, а переговоры будет вести Госдепартамент, то есть либо Блинкен, либо его заместитель. Но вот еще раз повторяю, вот этот разговор, который начнется в 15:30 по Вашингтону, то есть примерно через 7 часов, это важнейший разговор для всей будущей истории, если хотите, 21 века. Капитулирует ли Байден перед наглым ультиматумом Путина или встанет на путь жесткого отпора ему?